Белоярский, Кандинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут стали лидерами по вакцинации населения в Югре. Об этом на заседании оперштаба рассказал глава окружного депздрава Алексей Добровольский. В Нефтьюганске, Покачах, Радужном и Нефтьюганском районе, наоборот, наблюдается спад прививочной кампании. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам отстающих муниципалитетов усилить меры, чтобы привлечь население к вакцинации. По данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привиты 844 тысячи 16 человек. Завершили вакцинацию более 804 тысяч человек. Подлежат ревакцинации более 294 тысяч югорчан. По данным тепловой карты, размещенной на портале StopCoronavirus.RF, в автономном округе показатель коллективного иммунитета составляет 58,45%. Среднее по России значение этого показателя 62,6%. Отмечу. Да, количество граждан, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, снижается, что, в свою очередь, свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер и о вашей, уважаемой югорчане, осознанности соблюдения этих мер и решении сделать прививку. Как рассказала Наталья Комарова, Роспотребнадзор и другие специалисты в феврале-марте прогнозируют увеличение количества заболевших из-за распространения штамма омикрон. Глава региона призвала департамент здравоохранения мобилизовать ресурсы, чтобы до пика заболеваемости успеть провести диспансеризацию населения. Служба крови Ханты-Мансийска перед новогодними праздниками успела заготовить более 100 литров эритроцитов. Перед каникулами специалисты приняли 276 доноров. С их помощью медики сформировали запас для лечения пациентов в новогодние праздники, для оказания экстренной и плановой помощи, а также для сопровождения санавиации. В общей сложности служба приняла 233 донации крови, 19 донаций плазмы и 4 донации тромбоцитов. В службе крови обратились и к постоянным донорам. В больнице было много пациентов со второй положительной группой крови. Расход увеличился, 30 человек откликнулись на зов. В Лангепасской городской больнице появилась новая машина скорой медицинской помощи. В рамках программы «Современное здравоохранение» приобрели «Газель Next». Автомобиль выполнен специально для работы в условиях Крайнего Севера. У него повышенная проходимость и есть дополнительное отопление салона. Машина укомплектована всем необходимым для работы фельдшеров скорой помощи. Новая «Газель» прошла необходимую техническую подготовку, зарегистрирована в ГИБДД и готова выйти на линию в течение этой недели. У нас машины на УАЗике работали. Конечно, холод был собачий, вот, и продувало со всех сторон. Конечно, сейчас новые машины нам дали, комфортные, тепло. Вот. И мы когда работали, у нас еще были рафики, ну, типа такие маленькие машинки. А на весь рост невозможно было встать, оказать помощь в салоне. Сейчас спокойно мы встаем на весь рост, оказываем помощь. Удобно для капельницы, удобная аппаратура у нас. Конечно, очень много изменилось в лучшую сторону. Мы получили более комфортный автомобиль скорой медицинской помощи. Он предназначен для того, чтобы оказать медицинскую помощь в комфортных условиях, в любую погоду. Он получен у нас в рамках программы «Современное здравоохранение». СММщики в культуре, педагоги школы искусств в Радужном научились грамотно вести социальные сети. Они прошли онлайн-обучение медиалаборатории «СММ в культуре». Деятели искусства прослушали 30 онлайн-лекций, изучали фото- и видеоредакторы, выполнили сложные домашние задания. Теперь педагоги регулярно рассказывают о своей деятельности и успехах воспитанников на официальном сайте ДШИ и в социальных сетях. Чтобы быть интересными для подписчиков, педагоги разрабатывают креативные идеи по наполнению своего медиапространства. Усилия педагогов увенчались успехом. По итогам масштабного проекта команда ДШИ признана одной из лучших по продвижению в социальных сетях. С начала этого года мы в школе ведем новый онлайн-проект «Музыкальный хронограф», который размещается во всех наших социальных сетях. Это такой мини-цикл о великих композиторах, также к дню рождения каждого
известного музыканта-композитора, мы публикуем небольшую краткую биографическую интересную статью и к ней небольшое видео, чем тоже привлекаем наших подписчиков. В 2022 году жители планеты смогут наблюдать 4 затмения – 2 частных солнечных и 2 полных лунных. Об этом сообщает Московский планетарий. Первый раз Луна закроет Солнце 30 апреля. Правда, это затмение увидят в основном жители южного полушария. Югорчанам повезет 25 октября. Лучшие зрительные места для просмотра астрономического явления будут в Нижневартовском районе. На востоке округа будет видно, как Луна закроет Солнце на 2/3. Спутник уйдет в тень Земли 16 мая и 8 ноября. Вот с просмотром этих событий югорчан могут возникнуть проблемы. Эти лунные затмения будут происходить в светлое время суток. В Сургутском районе водитель тольяттинского внедорожника из-за невнимательности устроил аварию со встречной машиной. По предварительным данным, 50-летний мужчина превысил безопасную скорость. Кроме того, отвлекся от дороги и, когда машину занесло, не сумел справиться с ситуацией. В результате его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в другой отечественный кроссовер. Несмотря на сильный удар, обошлось без жертв. Виновник аварии и его пассажир получили травмы. Всего же за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек, в их числе один несовершеннолетний пассажир. Кроме того, полицейские выявили 6 пьяных водителей. От освидетельствования отказались 2. Один сел за руль под шофе не в первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 17 водителей. Правилами перевозки детей пренебрегли 30 человек. Нефтяники и газовики получают самые высокие зарплаты в России. В 2021 году их месячный доход в среднем составил 152 тысячи рублей. Однако интересно, что больше всего зарабатывают не сотрудники нефтегазовой отрасли, трудящиеся на месторождениях в Западной Сибири, а те, кто работают в столице. В Москве специалисты получают в 4 раза больше, чем в регионах. 669 тысяч рублей. Такие выводы сделали эксперты аналитической службы «Финэкспертиза» на основе данных Росстата за 3 квартала прошедшего года. Отмечу, второе место по уровню зарплат в рейтинге занимают управленцы. В тройку лидеров вошли и работники авиации. Четвертое место занимают программисты, а замыкают топ-5 страховщики и финансисты. В кино по пушкинской карте. В 2022 году правительство расширило возможности известного культурно-просветительского проекта для молодежи. Карту с 1 февраля будут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах. Для покупки будут доступны билеты на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. За год на посещение кинотеатров юные югорчане смогут потратить до 2000 рублей. Еще одно нововведение коснулось общей суммы, которую государство перечисляет на счет. Так, с 1 января 2022 года номинал пушкинской карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. Югорчане получат подарки за новогодние истории о рождении. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила жителям округа рассказать новогодние истории своего рождения или рождения своих детей. Конкурс проводится в соцсетях главы региона. Поделиться увлекательным рассказом из жизни своей семьи можно до 1 февраля. Победители определят по количеству лайков. Авторы самых интересных историй получат ценные призы. Путешествие в Югру высоко оценил федеральный туристический сервис. В рамках проекта «Медиазона» сервис «Тутуру» подвел итоги исследования привлекательности направлений внутреннего туризма. Помимо Югры, эксперты оценивали маршруты еще 7 регионов. Наш округ получил наивысший балл – 9,9 из 10. На втором и третьем месте расположились Мурманская и Тверская области. Отметим, что в Югре самые высокие оценки получили этнографические стойбища, Хантыйский дворик и аэродром Боровая. Чтобы составить свой рейтинг, участники проекта совершили небольшое путешествие по округу. Посетили объекты этно- и культурного туризма, ознакомились с активным отдыхом в регионе.
Мамонты Югры потеряли важные очки в игре с ладьей. Накануне в Ханты-Мансийске команды сыграли первый матч. Гости начали лихо и к 8-й минуте дважды поразили ворота Ильи Ступина. Подопечные Олега Таубера сразу бросили все силы в атаку. Но отыскать брешь в обороне соперника так и не получилось. В третьем периоде хоккеисты ладьи забросили третью шайбу, которая стала последней в матче. Югорчане за всю игру совершили 87 бросков по воротам соперника, из которых 49 в створ. Для сравнения, гости бросили 45 раз и 28 раз попали в створ. Сегодня дружины сыграют второй матч. Мамонты Югры 60 очками идут на четвертом месте в конференции «Восток».